Сегодня у иудеев Новый год, 5778. В Украине масштабные празднования проходят в Умане, Черкасской области. Там находится святая святых хасидов, могила Раби Нахмана. И город принимает паломников со всего мира. В этом году приехало рекордное количество, почти 40 тысяч. Торжества уже начались. По традиции Новый год иудеи отмечают с заходом солнца.